Что же? Вот что нужно сделать. Командуют бронированные парни. А значит, они первыми угодят под удар. Спецгруппа? Черт, не люблю работать с копами, даже продажным. Та-дам! Поддерживаю тебя всецело. То, что нужно. То, что нужно. Не то, что ты плохо работал. Хотя так и есть. Ладно. Я думаю, пока пробегусь. С Кингпином не все ясно. Стремно как-то работать с человеком, чье имя не знаю. Его баксы зеленые, а лишние вопросы вредят здоровью. Достаточно запомнить это. Спокойной ночи. Это точно так. Ха! Устраняем. У них всегда такой удивленный вид. Так, там громила стоит. Совсем не хотел на землю опускаться. Парни в броне отдают приказы остальным. Посмотрим, что здесь можно предпринять. Это ионная паутина, а не иронная. Сегодня я выучил ценный урок. Да, вон там! Что это? Оли. И судьи выставляют паучку высший балл. Ладно, я их выдумал, но все же. Ты совсем не стараешься. Как будто совсем меня не уважаешь. Давай. Так, с этими разобрались. Если ты не идиот, то уже понял, что единственная задача лишь палец задержать себя. Как можно устоять? Мне плевать, что у тебя было с парнем из старой банды. Больше нет. Станцуем, я веду. Спорим, женщины часто тобой недовольны. Пиздец. Как медленно шевелишься. Это что-то из репертуара мимов? И он, конечно, красивый, моя единственная, но быстрее они не стали. Вторжение! Нападение на полицейского! Ты потрудился, паук! Не желаешь пополнить список своих преступлений! Еще чуть-чуть! Быстрая картина. Похоже, тебе мама внушила, что ты можешь стать кем угодно. Так вот, она ошиблась. Парни, я его видел. Этот пункт можно вычеркнуть из списка. Тянем, потянем. Давай, разберемся. Ты знаешь, во сколько ты мне обошелся? Пора платить по счетам, паук. Да.
нашел паука. Говорят, да. Посмотрим. Кто это по мне там стрелять начал? Кто там? Внимательнее. Очень удобно. Второй раз я повторять не стану. Ба! Я понимаю, ты моим не только остается, но цепляться за тряпки наверх. Успел. Он успел. Ну, я тоже. Вообразил себя героем. Для этого города я сделал больше, чем ты можешь вообразить. Однажды я... Ба! Он там! Ба! Он там! Боишься стукнуть девушку? Или рука не поднимается? Покажи, на что... Что-то они там... Выманим! Еще чуть-чуть. Иди ко мне. Не расстраивайся. Не то чтобы... Ну, просто у тебя не выходит. Так, а что нам нужно сделать? Вот 5 точек и... Я, собственно говоря, тут увлекся. Да, ионная паутина ослабляет металл. Зато красота-то какая! А, это спецназ. То есть разобраться с бронированием. Элитная спецгруппа на поверку оказалась совсем не элитной. Явно очень доволен собой. Но еще не вечер. Человек-паук, он здесь! Этот Вася стрелять собрался. Ба! Пора встряхнуться! Именно ладно, так. Ладно, ладно. Ну не смешно. Сколько он выдержит? Два или три больше надо? Последний, наверное, да. Последний. Три заряда. О, да. Так. Пора подпортить их линии связи. Я выведу из игры тех, кто отдает приказы. Главное не броня, а тот, кто ее носит. А это эти тоже. Парни... Отстой. Человеков прошу изменить еще парочку полицейских. Получился 3-4 мандата на мощней. Ух ты, живой остался. Да, все-таки будем подлечиваться по ходу дела. Где эти три? Где еще двое? Так. Тебе понравится моя ионная паутина? Она облегчает тяжелый металл. Не знаю, сколько им платят, но это деньги на ветер.
Это точно. Так, еще контейнер. То, что нужно. Так, а ну-ка, где вход? Если я уберу ребят в броне, остальные будут дезориентированы. Так. Один остался. У нас совсем один. А, вот они все. Ионная паутина, принимайся за работу. Я его вижу! Да, вон там! Что это? Вижу паука! Вижу паука! Если вывести из строя командиров, остальные будут дезориентированы. Специально так медленно шевелишься. Ух ты, блин. Ладно. Беру. А, вот тут был проход. На него можно было вышку, наверное, обрушить. Да, вот там! Ты совсем не стараешься. Как будто совсем меня не уважаешь. Слышь, чувак, может ты подлечишься или как? Да, там они, конечно, кодлом таким стоят, что... Как бы их так повыдергивать? По одному. Блин, чуток не успел, бесшумная наша. Ладно, ионная паутина, займемся интерьером. Ух, они стреляют. Паук не выбирает любимчиков. Равно, как и сейсмический импульс. Бруно! Сегодня я выучил... Опасно, там опасно. И нельзя их выманить отсюда. Прекрасно отстирывается даже холодной водой. Так, разожгли кого-то там, победив кого-то там. Что? Тут еще эта кошка, я не могу никого притянуть. Может, ты хотя бы скажешь какую-нибудь злодейскую фразу, типа «Будь ты проклят, или паук!» Обожаю. Ты просто тощий пацан, да? Ух ты, блин. Пожалуйста, не убивайте меня. Блин, ну это просто несерьезно. Да, сделали не специально так, что... Какая-то тварь. Или паук.
Скажу прямо, только без обид. Ты полный отстой. Бам! Он там! Тянем, потянем! Бруно! Вижу паука! Растяпай, это ты? Уж лучше роботы. Они, по крайней мере, по ушам не ездят. Конец твоим играм, жертвец. Здесь только ты и я. Так, добраться до конспиративной квартиры. А вот. Ты такой, такой. Это не значит, что ты плохой человек. Хотя нет, как раз значит. Бруно! В жизни ты не страшный. Да ничего. Ну, раздает он уже так неплохо. Так. Не хватало. Какое-то движение. Не хватало, чтобы она меня еще убила там. Готовься сдохнуть! А давай не будем драться. Ладно, так и быть. Давай подеремся. Опа. Бывают же удачные дни. Раздача. Так, никаких плюшек я у них не пропустил. Блин, я помню, я никого еще не убил сторонним предметом, как говорится. В лифте даже музыка не играет. Вообще. Дом скупи Джеймисона. Ох, воняет потными толстяками и буррито. Там сколько маникюров. Неужели? Это же сам Кингпин! Кингпин. Неплохое прозвище. Он вот только, по-моему, ты больше похож на Шалтая-Болта. Или на Неваляшку. Я не понимаю, о чем речь. Я впечатлен, вот что. У всех на глазах ты подмял под себя всю преступность Нью-Йорка. Все знают, что ты жулик, но все равно целуют тебе зад. И на все ушло сколько времени? Неделя? Неплохо ты потрудился, вот что я хочу сказать. Единственный преступник здесь — человек в маске, проникший в частный дом. Хорошо лицо нарисовано. Буйный самоуправщик, названный Дэйли Бьюгл. Угрозой. Ладно, говори, что хочешь. Так или иначе, тебе конец. Теперь ты мне угрожаешь. Осмелюсь заметить, что Джона Джеймисон назовет меня героем после того, как я убью тебя. При самообороне. Ты выпустил в город Кэссиди. Не только ради уничтожения соперников. Ты хотел всех запугать, накалить ситуацию, чтобы с твоим приходом все вроде как исправилось. А кто еще все исправит? Ты, бегающий в маскарадном наряде, как начитавшийся сказок подросток. Я живу в реальности. Ты такой жирный, что для школьного альбома тебя снимали с вертолета. Нет? Пропала охота зубоскалить на стол. Совсем как на батуте, точно? В общем, мы стреляем, и тогда он начинает бежать. Ты такой жирный, что когда режешься бритвой, из пореза вылезает зефир. Живо тащитесь сюда! Или я сам должен его искать! Люди не мечтают об утопии без преступности. Им нужен понятный мир. Обходи стороной плохой район и не пострадаешь. Им нужен порядок. Ошибаешься. Людям нужна справедливость. Они хотят быть уверены, что все должны работать и выполнять правила одинаковые для всех. И тогда все будет хорошо. Парень, ты же как дивный сказ!
друг. Это тебе не карманников гонять. Вуаля! Могло быть и хуже. Например, будь я человеком-слизняком. Жестокость полиции. Никто не останется в стороне, если я использую сейсмик импульс. Самое лучшее моё... Ты такой же... Вот такой вот глюк у меня случился. Паук не выбирает любимчиков. Равно, как и сейсмичек. Ты сам напросился! Ну, ничего не оставалось просто. Расслабься. Ты такой жирный, что для школьного альбома тебя снимали с вертолета. Успею? Нет? Успел. Совсем как на батуте, точно? Преподать тебе урок. Его что-то ключить начало. Мне теперь придется еще раз это пропускать, чтобы подлечиться. Ну как это так? Офигенно. Насмеши меня. Подрастерял уверенность. Ну куда ты? Не-не-не-не-не. Расправлюсь с тобой в назидание другим. Реально, блин, сколько ж можно, что же эти грузи? Никто не останется в стороне, если я использую сейсмоимпульс. Ты такой жирный, что на улице тебя путают с машиной. Давай, мне подлечиться надо, потому что сейчас придет бригада. Бля, ну опять. Опять его заглючило. Пора встряхнуться. Ладно, ладно. Ну не смешно. И я ничего не могу сделать. Кроме как попасться к нему. Ты сам напросился. Ты такой жирный, что когда ложишься, твой рост не меняется. Ну сейчас придет еще бригада. Вечеринка у паука. Точнее, это сейсмоимпульс. Ты такой жирный, что в походах медведи прячут от тебя свои припасы. Не успел подлечиться. Пора преподать тебе урок. Совсем как на батуте, точно? Придется опять лечиться. Ты такой жирный, что когда режешься бритвой, из пореза вылезает зефир. Паук не выбирает любимчиков. Равно, как и сейсмический импульс. Ну давай. Ты такой жирный, что тебя можно посадить за контрабанду. И брат, контрабанду... прилетает. Что я вам плачу? Тащитесь сюда! Людям нужен суровый лидер, принимающий вот суровые еще что? Решения, держащий на плечах их мир, чтобы они могли ходить на свою убогую работу, жить своей убогой жизнью, получать свои подачки и знать, что ими управляет сильный. О, я понял. В детстве тебя обижали из-за полноты, и ты решил отомстить. Хочешь открыть компьютерную фирму? Я не против. Но если ты причиняешь вред другим, если сам стал хулиганом, я быстро тебя закрою. Ты смеешь. Ты ничего обо мне не знаешь. Ничего. Ты
Ты не представляешь, что я делал, чтобы вы... Так расскажи, интересно узнать. Ты на нём, Кэссиди, если ты так этим гордишься, расскажи. На тебе не карманников гонять. Так, вот это... так бывает, когда моська тявкает на слона. Жестокость полиции. Ты не представляешь, что это вечеринка у Бука. Точнее, это сейсмоимпульс. Ты такой жирный, что для школьного альбома тебя снимали с вертолета. Нет? Нет! Отделаю тебя жестко. Совсем как на батуте, точно? Ты такой жирный, что в походах медведи прячут от тебя свои припасы. Пора встряхнуться. Ладно, ладно, не смешно. Ты такой жирный, что на улице тебя путают с машиной. Подрастерял уверенность. Жестокость полиции. Ты не представляешь, давай, что это такое. Пока что. Ты такой жирный, что тебя можно посадить за контрабанду. Контрабанду сала. Так, ну сейчас надо под... Самое лучшее. Гасить такую шваль, как ты. Так, надо подлечиться. Ты такой жирный, что когда режешься бритвой, из пореза вылезает зефир. Я выживу из тебя дух. Блин, это прикинь, он не умирающий. Ты такой жирный, что в походах медведи прячут от тебя свои припасы. Давай. Ты такой жирный, что когда ложишься, Леченька, твой рост не меняется. Ну все, держись, жирный. Ты такой жирный, что на улице тебя путают с машиной. Пропала охота зуб. Не, не пропала, только появилась. Сколько я вожусь с тобой уже. Ты такой жирный, что когда режешься бритвой, из пореза вылезает зефир. Паук не выбирает любимчиков. Равно, как и сейсмический импульс. Ты такой жирный, что тебя можно посадить за контрабанду. Раза два. Контрабанду сала. Давай. Ты такой жирный, что для школьного альбома тебя снимали с вертолета. Нет? Блин. Последний удар. И у меня полная жизнь. Ты такой жирный, что медведи прячут от тебя свои припасы. Какого мы громилу одолели? Я не дурак, паук. Я не делал ничего недозволенного. Не нарушал законов. И он так присел отдохнуть. Нет улик. Я могу доказать, что ты заплатил Крейвену. Нет. Платила моя спецгруппа, как эксперту по безопасности. Меня шокировала весть о его проступках. Конечно, если это правда. Его наняли за исключительные навыки и личный кодекс, запрещающий ему предавать клиента. Если Крейвен тебя не сдаст, это сделает Кэссиди. Этот псих. Не думаю, что ему кто-то поверит. Кроме того, нужно быть идиотом, чтобы связываться с такими напрямую. Поверь мне, я совсем не идиот. Боюсь, Человек-паук, ты здесь единственный преступник. Да, это мы еще посмотрим. Это не кинобоевик, парень.
Если ты молод, еще не значит, что можешь взламывать мою систему безопасности и заходить в мои личные... Как ты это делаешь? О, и кто кого недооценил в итоге? Прекрати! Я требую, чтобы... Кто это у нас телекинетический? Вола же. Всем патрулям. Макс Диллон сбежал из-под ареста и находится в секторе 4. Что ты наделал? Не понимаю, о чем ты? Спасибо, что показал, где я уязвим. Обещаю. Твоему возвращению все исправят. Он вообще как будто бы на прогулке был. Мистер Электро. А люди ходят, как будто бы так и надо. Сожрал всю энергию города. Скачок напряжения. What the fuck? Он использует генераторы для установки энергетического щита. Нужно их вырубить. Похоже, Таймс-сквер — эпицентр происходящего. Все каунтри обречены. Тебе повезло, что ты с другой стороны. Да, нам повезло.